Просто видел, что удар произошел. Проезжал на газель. А сколько всего машин получилось? 3. Авария произошла поздно вечером. Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля Honda Civic в какой-то момент начал маневрировать по дороге. Задел едущую впереди «Ладу», вылетев на разделительный газон, снес забор и, вновь оказавшись на дороге, протаранил еще один автомобиль. Ну, я ехал, удар сзади. Все. Ну, то есть вы ехали, вы притормозили или двигались на обыкновенной скорости? Нет, ехал на обыкновенной скорости. Кто-то, походу, подрезал, и вот из-за этого произошло. Ну, если подрезал, другие же тоже должны были успеть сориентироваться, нет? Ну, не успели, ведь темное время суток. А дорожные условия, как вы думаете, здесь сыграли какую-то роль? Походу, нет, дорога здесь чистая же, нормальная. Че, я помню, что ли, как будто смотрелся. А пострадавший из какой машины? Я вылез в последнюю очередь, меня вытащили. У меня двери не открывались, я через стекло. Этот молодой человек – единственный из участников происшествия, не получивший никаких травм. По его словам, это исключительно благодаря ремню безопасности. А вот водители двух других машин правилами безопасности решили пренебречь. Результат – обоим понадобилась помощь медиков. Пассажиров в разбитых авто, к счастью, не оказалось.